Хари Кришна, дорогие преданные, всем доброе утро. Мое почтение сошла Шри Прабхупаде. Would you start, please, Гуру Махарадж? Okay. Ом Магьяна Тамарандасья Гьянанджана Шалакая Чакцурун Милитаньена Тасмай Шри Гурве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шримати Бхактивиданта Свамините Намине. Намасте Сарасати Деве Коравани Пречарине Нирвисеша Шуньявади Пасчатья Дешатарине. Ванча Калпа Тарубьясча Крипа Синду Баевача Патитанам Паван Эбьо Вайшнавибьо Намо Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So we're reading Nectar of Devotion, Chapter 6, entitled How to Discharge Devotional Service. И мы читаем Нектар преданности, глава 6, которая называется Как нести преданное служение. So Rupa Goswami has listed 64 items of how to practice devotional service. И Рупа Госвами перечисляет 64 пункта, как заниматься преданным служением. And from the 64, we heard first there were 10 items, things which we should do and which are very important in the practice of devotional service. Из этих 64 10 принципов являются самыми важными. Это то, что мы должны делать в практике преданного служения. And we were told the first three were the most important. И первые три из них являются самыми важными. First was taking shelter of a spiritual master. Первое — принятие прибежища у духовного учителя. Then taking initiation and serving him. Получение посвящения у него и служение ему. And then inquiring from him. И третье, задавать ему вопросы. Then there were 10 items, things which we should not do. И далее идут 10 пунктов, в которых перечисляется то, что мы не должны делать. Things like we should not disrespect the demigods. Такие, как мы не должны не оказывать почтения полубогам. And we should not give unnecessary trouble to other living entities. Мы не должны создавать каких-то беспокойств другим живым существам. And we shouldn't commit offenses in chanting the holy name. Мы не должны совершать оскорбления в повторении святого имени. All right. So in this way, 20 items have been covered. Итак, мы прошли 20 пунктов. The first 10 things we should do, and then the next 10 were things we should not do. Первые 10 — это то, что мы должны делать, вторые 10 — то, что мы не должны делать. So there's another 44 items still to be described. Итак, еще будут описаны 44 принципа. So we're going to hear these items. Итак, мы будем об этом читать. You can read that, yeah. За перечисленными следует еще 44 принципа. Первое. Украшать свое тело тилоками, отличительными знаками вайшнавов. Смысл этого обычая в том, чтобы напоминать людям о Кришне. При виде этих знаков на теле вайшнава, человек сразу вспоминает о Кришне. Господь Чайтанья говорил, что вайшнав — это человек, при виде которого люди вспоминают о Кришне. Поэтому так важно, чтобы на теле вайшнава были тилоки, напоминающие другим о Кришне. Второе. Нанося тилок, можно написать на теле Харе Кришна. Третье. Носить цветы и надевать на себя гирлянды, которые были предложены божеству в храме и духовному учителю.
Четвертое. Научиться танцевать перед божеством. Пятое. Научиться отдавать поклоны божеству в храме и духовному учителю. Шестое. Посещая храм Господа Кришны, следует встать перед божеством. Седьмое. Когда божество выносят из храма для прогулки по улицам, преданный должен немедленно присоединиться к процессии. В связи с этим можно отметить, что в Индии, особенно в храмах Вишну, существует обычай, кроме больших мурти, постоянно находящихся в помещении храма, иметь мурти меньшего размера, которых по вечерам вывозят на прогулку. В некоторых храмах заведено каждый вечер устраивать большие процессии в сопровождении оркестра, неся над божествами большой красивый зонт. Божества восседают на богато украшенных тронах, установленных на колеснице или в паланкине, которые несут преданные. Божеств выносят из храма и провозят по прилегающим улицам. В это время жители выходят из своих домов и раздают просад. Все люди, живущие по соседству с храмом, присоединяются к процессии, которая выглядит очень красиво. Когда божеств выносят, служители храма представляют им ежедневный отчет. Столько-то было собрано за день, столько-то израсходовано. В основе этого обычая лежит представление о том, что храм принадлежит божеству, а священнослужители и те, кто работает при храме, его слуги. Это очень древний обычай, но его соблюдают и по сей день. Поэтому здесь говорится, что когда божества выходят на прогулку, преданные должны присоединиться к процессии, следующей за ними. Восьмое. Посещать храм Вишну по крайней мере 1-2 раза в день, утром и вечером. Во Вриндаване этот обычай соблюдается неукоснительно. Каждое утро и каждый вечер все преданные города посещают разные храмы. В это время на улицах очень людно. Во Вриндаване около 5000 храмов. Разумеется, обойти их все невозможно, но есть по крайней мере 12 очень больших и важных храмов, основанных госвами, которые следует посещать. Девятое. Обходить храм по крайней мере 3 раза. Храмы строятся таким образом, чтобы их можно было обойти по крайней мере 3 раза. Некоторые преданные обходят храм больше, 10-15 раз, в зависимости от того, какой они дали обет. Госвами обычно обходили холм Говардхана. Рекомендуется также обходить окрестности Вриндавана. Десятое. Поклоняться божествам в храме в соответствии с регулирующими принципами, предлагая арати и прасад, украшая божеств и так далее, и делать это регулярно. Одиннадцатое. Лично служить божествам. Двенадцатое. Петь. Just a minute. What number are you at now? Now 13. No, just a minute. We should. In my book, that it ends at 8. You're still going on. Okay. It's too much. You're supposed. Uh-huh. There's supposed to be a paragraph there at the end of 8. There is. In our book, we have the paragraph after 44. Oh no. Okay, we're not going to read. We're not going to read all that. Until 8. Mm-hmm. Okay, so we'll go back. Okay, I want to go over these different items. И сейчас мы пройдемся по всем этим пунктам. So first of all, he mentions we should decorate the body with tilak. И первый пункт это украшать тело тилаками. Yeah. The tilak is a sign of the devotee. И тилак – это отличительный знак преданного. And when we put the tilak, we don't just put it on the face, we put it on all the different parts of the body. There are 12 different parts of temples of the body, and we have to mark these with tilak. И мы накладываем тилаку не только на лицо. Мы также отмечаем тилакой и другие различные части тела, 12 частей тела. Sometimes, of course, people come to the temple and we may put tilak on their forehead, but devotees, regular devotees, they should put tilak on all the parts of the body. Конечно, когда люди приходят в храм, то мы можем нанести тилаку им на лоб, но преданные, которые занимаются практикой регулярно, они наносят тилаки на все 12 частей тела. When we put the tilak on at that time, we chant the particular name of the Lord, a particular name of the Lord at that particular part of the body. И когда мы наносим тилаку, каждой тилаки соответствует определенное имя Господа, которое в то же время соответствует определенной части тела. Just like on the forehead, we say Om Keshavaya Namaha.
Подобно тому, как нанося тилаку на лоб, мы говорим Ом Кешавая Намахам. So Lord Chaitanya would always, when Lord Chaitanya was teaching, he had his school in Mayapur, and students would come. If they came without tilak on, he would send them home to go and put tilak on. И Чайтанья Махапрабху, когда он преподавал в своей школе, когда его ученики появлялись в школе без тилаки, он заставлял их возвращаться домой, чтобы нанести тилаки. Without tilak on the forehead, then the head is like a graveyard. Graveyard, where they bury dead bodies. Лицо не лоб не украшенный тилакой, а подобен месту, где сжигают усопшие тела. There's a nice incident which took place some time ago in New Delhi. There was one factory, and in the factory, many workers all had they would wear different tilak. Была такая история совсем недавно в Нью-Дели. На одной фабрике рабочие different they put different tilaks. Yeah. Рабочие носили различные тилаки на себя. Yeah, we see there are different ways in which people will apply the tilak, different lines, different sampradayas. They have their particular tilak. Мы знаем, что различные сампрадаи, различные направления имеют по-разному наносят тилаки, по-разному накладывают эти линии. The Vaishnavas, they have the vertical tilak, and the Shivites, they have horizontal tilak. У Вайшнавов тилака вертикальная, а у последователей Шивы горизонтальная. The Shivites usually, they use ashes to put on the tilak, and they will put three lines horizontal. И последователи Шивы, они обычно используют пепел для того, чтобы нанести на лоб тилаку, который состоит из трех горизонтальных линий. There's a group which comes, a group of Gaudiya Vaishnavas, which come through Shamananda. Shamananda was a disciple of Jiva Goswami, or no, rather, he was not a disciple of Jiva Goswami, but he studied under Jiva Goswami, but his guru was Hridaya Chaitanya. What Chaitanya? Hridaya. Hridaya. И там был один, была группа преданных. This Shamananda was in the head of this group. Shamananda has he has a line. He has disciples, and they have temples. You mentioned that they came to New Delhi. That was Shyamananda was in this group. Sorry, I missed a little bit. In Vrindavan, there's a temple of Shyamananda Pandit. Во Вриндаване есть храм Шьямананда Пандита, который был не то чтобы учеником Джива Госвами, он учился у него, но его учителем был Hridaya Chaitanya. So, this Shyamananda was a student in the Gurukul of Jiva Goswami. Итак, этот Шьямананда был учеником в Гурукуле Джива Госвами. But his guru was Hridaya Chaitanya. Но его гуру был Hridaya Chaitanya. So Shyamananda was given a special tilak. И у Шьямананды была такая особенная тилака. Every day he used to clean the Rasa Stala, where the place of Krishna's Rasa Lila. He used to clean it every day. И он должен был каждый день чистить место Раса Стала, где Кришна проводил свои игры. And one day when he was cleaning there, he found some ankle bracelets. И однажды, когда он убирал там, то он нашел браслеты, которые надеваются на ноги. So these ankle bracelets actually belong to Srimati Radharani. И эти браслеты на самом деле принадлежали Шримати Радхарани. So one gopi came to get them back from Shyamananda. И одна гопи пришла, чтобы взять их у Шримананды.
And he was given a special mark, a special tilak on his forehead. И ему нанесли определенную тилаку на особую тилаку на лоб. So since that time, all of the disciples of Shyamananda and the followers who come in the line from him, they all wear that same tilak. И с тех пор все ученики Шьямананды и последователи, которые находятся в его ученической преемственности, также наносят такую тилаку. So then, like the Sri Vaishnavas, Ramanuja Vaishnavas, they have the two vertical lines, but then they have the red line in the middle, symbolizing Lakshmi, the goddess of fortune. Рамануджа Вайшнавы также наносят вертикальную тилаку, две вертикальных линии, и между ними проводят красную линию, которая является символом Лакшми, богини удачи. So like that, different sampradayas, different groups, they will have their different tilak. So that in one factory in Delhi, there were many workers, and they were all from different groups, different societies, and they all had different tilaks. И таким образом существуют разнообразные виды тилок. И вот на одной фабрике в Нью-Дели были рабочие, которые как раз принадлежали к различным группам, и поэтому они наносили на себя различные виды тилок. So it happened that the owner of the factory, he sold his factory, and the new owner was a Muslim. And when the Muslim was in charge, he told all the workers, I don't want you all wearing this tilak when you come to work. И случилось так, что владелец этой фабрики продал ее мусульманину. И мусульманин сказал, что я не хочу видеть вас с этими тилаками. Yeah, he told them, he said, this is a place of work. He said, you can put your tilak on when you go to the temple or when you're at home, but when you come to work, I don't want you having all this tilak. Он сказал, это рабочее место, вы можете наносить свои тилаки, когда вы идете в храм или когда вы дома, но здесь я не хочу, чтобы вы приходили с тилаками. So all the workers were afraid that if they wore the tilak, they would lose their job. So they all stopped wearing the tilak. И рабочие, они все испугались, что если они будут наносить тилаки, то они потеряют свою работу, и поэтому они все перестали это делать. But there was one worker, he was very bold, and he didn't stop wearing the tilak. He made his tilak even heavier, more pronounced than it usually was. Но был один рабочий, он был очень такой смелый, и он продолжал приходить с тилакой, и он даже стал еще жирнее рисовать эту тилаку. So the next morning, when the boss came, the Mohammedan came, and he saw the workers not wearing tilak, and then he saw the one worker with the tilak, very heavy, very strong on his forehead. И на следующее утро, когда этот новый босс мусульманин пришел на работу, он увидел, что все рабочие пришли без тилак, но только один человек был с тилакой, такой очень-очень жирный такой тилакой. So he told all the workers, he said, he is the real devotee. All of you other people, you don't wear any tilak, it's good. But this guy, he can keep wearing his tilak because he has so much faith in what he's doing. Босс сказал рабочим, я вижу теперь вот этот парень, он истинный, преданный. Вы все не имеете веры. И поэтому впредь вы больше не будете наносить тилаки и дальше, а ему я разрешаю это делать, потому что он действительно обладает истинной верой. So to put tilak on the forehead is the sign of the strongest faith in the holy name and in the process of Krishna consciousness. Таким образом, нанесение тилак на лоб обозначает, что обозначает сильную веру в святое имя и в сознание Кришны. So it's important for us. Putting on tilak, it's like
A kavacha is like a shield, it's like an armor which protects us from Maya. И тилаки, они как кавача, как амулет, как такая защита, которая защищает нас от Майи. And but when we mark the body with tilak, then we're reminded of Krishna, our relationship with Krishna. And when people see us, when they see our body, our face, our forehead with tilak on, then others are reminded of Krishna. И когда мы наносим тилаки на свое тело, мы помним о Кришне, помним о наших отношениях с Кришной, а также другие люди, которые видят нас в тилаках, также вспоминают о Кришне. All right. Then the second item is that besides putting our tilak mark on the body, we can also write the holy name. We can write Hare Krishna on the body. И второй пункт – это, нанося тилак, можно также на теле написать Хари Кришна. So this is a process of devotional service. Some people even have tattoos. They have the tilak mark tattooed on the body. И таков процесс преданного служения. Некоторые люди даже делают тату со святыми именами на теле. That's controversial to do that. I don't know if you want to do that. Generally, what we do, we use tilak, chandan. И это очень неоднозначно. Обычно мы используем чандану, глину для нанесения тилаки. In the Ramanuja Sampradaya, the Sri Vaishnavas, what they do is they have the Krishna's Sudarshan Chakra and Krishna's conch shell. They have it made in brass, and they make it very hot, and then they put it on the arm, and they burn into the skin the marks of the conch and the Sudarshan Chakra. В Рамануджа Сампрадая, Шри Вайшнавы, они иногда берут и выжигают на своей руке символ раковины или сударшана чакры. So that's that can be quite painful unless one is very transcendental. Это может быть очень болезненный достаточно процесс. And what transcendental? Unless one is very detached from the body, it can be quite painful. И человек должен быть достаточно трансцендентным, не привязанным к телу, поскольку этот процесс очень болезненный. Our process is simply to use tilak. We use what's called gopi chandan for the tilak and mark the body with that. Мы же просто используем гопи чандану для нанесения тилак на свое тело. So usually after taking bath, we will mark the body with the tilak. И обычно после того, как мы принимаем омовение, мы наносим тилаки. And then at that time you may also write the holy name. You may write Hare Krishna on the body also. И в это же время вы можете написать также на теле Хари Кришна. Right. Number three is about taking, accepting flowers and garlands that have been offered to the deity or to the guru. Пункт третий. Носить цветы и надевать на себя гирлянды, которые были предложены божеству или духовному учителю. Now, we may not, of course, we may feel, well, I don't want a garland, I don't like to wear a flower garland. But if we're given a garland, we should accept it, at least for some time. Вы можете думать, ну, я не хочу гирлянду, но если нам дали гирлянду, мы должны принять ее и носить, по крайней мере, какое-то время. You don't have to wear it for a long time, but at least for some time you should accept it. Но вы не должны ее носить там какое-то очень долгое время, но по крайней мере на какое-то время вы должны принять ее и носить. It's a sign of respect, and it's also, we can see, it's one of the items of devotional service to accept the prasad of the Lord. И это знак уважения, и также это один из пунктов преданного служения принимать гирлянды от Господа. So the flower garlands and the flowers
which have been offered to the deity or to our guru, we should think of them as prasadam, and we should be happy to accept them. И гирлянды, которые были, гирлянды или цветы, которые были предложены божеству или духовному учителю, мы должны почитать их так же, как прасад, и должны быть рады принимать их. Number four, we should learn to dance before the deity. Четвертый пункт. Научиться танцевать перед божеством. We have to be careful about dancing before the deity, that when we dance in the kirtan, we dance for the pleasure of the deity. И мы должны быть очень внимательны к тому, как мы танцуем на киртане. Когда мы танцуем, мы должны танцевать ради удовлетворения божества. Sometimes people come to the temple and dance, and they're dancing for the pleasure of the opposite sex. Иногда люди приходят в храм и танцуют ради того, чтобы принести удовольствие противоположному полу. The young woman's looking at the young man, or the young man's looking at the young woman, and they're dancing, but they're thinking about the other sex. Молодые женщины смотрят на молодых мужчин, мужчины смотрят на женщины, они танцуют, но они при этом думают о противоположном поле. And sometimes people dance in a manner which is not appropriate before the deity. They think they're in a discotheque or some kind of dancing hall. Иногда люди танцуют перед божествами в неправильной, не соответствующей случаю манере. Они думают, что они на дискотеке или на каком-то танцевальном, в танцевальном каком-то кругу, в танцевальном клубе. So Prabhupada taught us how to dance. His dance was called the Swami. И Прабхупада показывал, как следует танцевать, и его танец назывался Свами. Right. And you move one leg to the right, and then the left leg to the right, the right leg to the left, and you can hold your hands up in the air, and you go back and forth. И мы левой ногой сделаем шаг вправо, правой ногой сделаем шаг влево, поднимаем свои руки и таким образом танцуем. Prabhupada liked to see the devotees happy, chanting and dancing. И Прабхупаде нравилось видеть, когда преданные были счастливы в танце и воспевании. But remember, we're dancing for the pleasure of Krishna. Но помните, что танцевать нужно ради удовлетворения Кришны. Number five, one should learn to bow down upon seeing the deity or the guru. Пункт пятый. Научиться отдавать поклоны божеству в храме и духовному учителю. So sometimes there was an interesting thing happened. There was one devotee, he had a very big body. He was very big, you know, he was very heavy. And he told Prabhupada, he said, you know, Prabhupada, sometimes I don't feel like bowing down to you. I don't what? I don't feel like bowing down. И однажды случилась такая история, у одного преданного было очень такое, ну, достаточно тучное большое тело, и он сказал Прабхупаде, вы знаете, Прабхупада, я иногда не хочу перед вами склоняться перед вами, приносить вам поклоны. Yeah, if you have a big body and you're not very agile, then to bow down, to get down on the floor, bow down and stand up, and it's a bit of an effort for some people. И если у вас как-то большое тело, и вам очень неудобно наклоняться, то вам приходится очень прилагать очень много усилий. Для некоторых людей это действительно сложно. So this devotee, he was not an old man at the time. He was quite young, in his 20s only. But he was saying, you know, Swamiji, sometimes I just don't feel like to bow down. И этому преданному он не был старым, ему было где-то около 20, и он сказал Шри Прабхупаде, вы знаете, Свамиджи, я не хочу приносить вам свои поклоны. But Prabhupada said, do it anyway. Но Прабхупада сказал, делай это в любом случае.
Some people would often complain, Westerners, when we began temples in the West, Westerners, they would say, oh, I don't want to bow down, I'm not going to get down on the floor like this. И в западных странах люди иногда говорят, я не хочу склоняться и приносить поклоны, как-то ложиться на пол. But we learn from Srila Prabhupada that if we bow down before the deity and before the spiritual master, then we will not have to bow down to old age, disease and death. Но мы должны учиться от Шрилы Прабхупады. Если мы склоняемся перед божествами и духовным учителем, это значит, что мы не склоняемся перед старостью, болезнью, смертью. We may not like to bow down before Krishna, but we have to bow down before disease and death. Но если мы не склоняемся перед Кришной, тогда нам приходится преклонять голову перед болезнью и смертью. Now that's not very nice to have to bow down. Old age and disease and death. И не очень-то приятно быть обязанным склоняться перед старостью и смертью. But we're forced to do it anyway. Но нас заставляют это делать в любом случае. But a devotee is happy to bow down before Krishna. Но преданный счастлив приносить свои поклоны Кришне. And by bowing down before Krishna means he doesn't have to bow. He won't. He'll get free from material life, from birth and death. И когда он приносит, когда преданный приносит свои поклоны Кришне, таким образом он становится свободен от материальных, от рождения и смерти в материальном мире. Number six. As soon as one visits a temple of Lord Krishna, one must stand up. И пункт шестой. Посещая храм Господа Кришны, следует встать перед божеством. We know when Lord Balaram was visiting holy places, he went to Naimisharanya, and they were having a Srimad Bhagavatam discussion. И когда Господь Нитянанда отправился по святым местам, он посетил Наймишаранью и слушал Шримад Бхагаватам. So, Lord Balaram, you know, he didn't want to fight in the Kurukshetra war. So he decided he would go and visit holy places. And the first place he went to was Naimisharanya. Прошу прощения, Нитянанда, Господь Баларам, он не хотел сражаться. Yes. Он не хотел сражаться на поле битвы Курукшетра, и поэтому он отправился в паломничество по святым местам. И первое место, которое он посетил, это была Наймишаранья. So when Lord Balaram came into the assembly, all the sages were sitting there, and Rama Harshan Sutta was speaking. He was speaking to all the sages of Naimisharanya. И когда Господь Баларама пришел в это место, то там уже присутствовало множество мудрецов и святых людей, и Рама Харшана Сута возглавлял это собрание. Рама Харшан Сута was a student of Vyasadeva. And Vyasadeva had given him a part of the Vedas. И Рамахаршана Сута был учеником Вьясадевы, и Вьясадева дал ему часть Вед. And the sages of Наймишаранья had selected him to speak to them, and they'd given him a blessing of a long life. И мудрецы Наймишараньи выбрали его в качестве того, кто будет говорите, они дали ему благословение долгой жизни. So, when Lord Balaram came in there, he came into the middle of the assembly, Rama Harshan was sitting there on a Vyasasana, and he didn't get up. But all the other sages who were sitting listening, they all, many of them bowed down and offered obeisances, and others stood up. И когда Господь Баларама пришел в это собрание, Рамахаршана Сута сидел на Вьясасане. А все остальные, те, кто слушали его, одни из них упали в почтительном поклоне перед Господом Баларамой, а другие встали. Everyone offered some kind of respect to Lord Balaram, except Рамахаршана Сута.
И каждый из присутствовавших так или иначе выразил свое почтение Господу Баларами, кроме Рамахаршан Суты. So Lord Balaram considered the situation, and he thought about his appearance, that he had come, just as Lord Krishna had come, to establish religious principles and to give pleasure to the devotees and to destroy the miscreants. И Господь Баларама, так же, как Господь Кришна, приходит ради того, чтобы устранить демонов и поддержать преданных, чтобы устранить все недостатки. So Lord Balaram considered the situation, and he decided that this Ramaharshan Sutta was not actually qualified to be sitting as a representative of Vyasadeva on the elevated seat in front of so many other great sages and yogis. И Господь Баларама, оценив ситуацию, понял, что Рамахаршана Сута не достоин сидеть на этом возвышенном месте и представлять Вьясадеву перед всеми этими великими йоги и великими мудрецами. And so Lord Balaram decided that he would just kill him, and he took a blade of kusha grass and stuck it in his heart, killed him. И Господь Баларама решил, что следует убить Рамахаршана Суту, и он сорвал травинку куша и запустил ее в его сердце и таким образом убил его. So the sages were shocked that Lord Balaram had done this. И все святые были, мудрецы, все мудрецы были шокированы от того, что Господь Баларама поступил таким образом. So Lord Balaram told them, well, I will bring him back to life if you want. But the sages of Naimisharanya said, no, you're the Supreme Lord, you have decided to remove him. But we had given him a benediction of a long life, so what should be done? Господь Баларама сказал, я верну его к жизни, если вы хотите. Но мудрецы ответили, нет, ты Верховный Господь, и твое право делать то, что ты делаешь. Однако мы же дали ему благословение на долгую жизнь, что же теперь делать? So Lord Balaram said, all right, we will give that benediction to his son, because the son is not different from the father. И Господь Баларама ответил, тогда мы отдадим это благословение его сыну, поскольку сын не отличен от отца. So in the place of Ramaharshan Sutta, Sutta Goswami came, and Sutta Goswami spoke Srimad Bhagavatam. И вместо Рамахаршана Сутты занял Сутта Госвами, и он рассказал, именно Сутта Госвами рассказал Шримад Бхагаватам. So this is an example showing us that we have to be very careful that if we go to temple, we must give proper respect. We should either bow down, or if we're sitting down, we should stand up. И таким образом этот пример указывает нам на то, что мы должны, приходя в храм, выказывать должное почтение. Мы должны склоняться, либо если мы сидим, то мы должны вставать. All right. Then number 7 speaks about bringing the deity out on procession. Пункт 7 говорит о том, как что божество выносят из храма для прогулки по улицам. So in temples there will be two deities. They will have the big deity, the big marble deity, which will remain in place, but they will have a small deity, which is called the Utsava deity. And the small deities will be made of brass. И обычно в божества, обычно в храмах есть две пары божеств, и одни из них большие, которые постоянно находятся на одном месте стационарно, а другие называются Утсава божества, которые меньшего размера, которые выносятся. So the big marble deities, they remain in place. But the small brass deities, they can be picked up and they can be taken out on the procession and go around the temple. И эти большие божества, они постоянно находятся в храме, а вот эти маленькие, они их выносят
ради того, чтобы они поучаствовали в процессе. We do this even here in Mayapur in the winter time. They have the elephant procession. They do it usually once a week on Saturday evening. They will bring the small brass deities out and put them on top of one of the elephants, and they're taken around. They walk around the land around the Mayapur temple complex. И мы знаем, что здесь даже в Майяпуре по субботам вечером каждую субботу есть процессия, которая возглавляет слон, на котором находятся эти маленькие медные божества, и он выносит их на прогулку. And at that time, the students from the Gurukula will come out, and they will walk in procession, and they will recite different mantras and prayers. И ученики из Гурукул, они каждый раз участвуют в этой процессии и цитируют различные мантры. And other devotees will be having kirtan. Другие преданные ведут киртан. And as they go around the land, as they go around the temple, visit different places, then people will come out from their homes and they'll bring offerings. They'll bring offerings to the deities. And after the prasadam is offered, then they will distribute it to all the devotees. И когда они проходят по улицам, вся эта процессия проходит по улицам, то жители выходят из своих домов и делают подношение божествам, и затем этот просад распространяют этот просад. And so everybody, all the local people who are living around there, they will all come out and take part, and makes a very nice festival every time. But usually we do it Saturday evening here in Mayapur. И таким образом у всех жителей есть возможность поучаствовать в такой процессии, и это происходит здесь в Майяпуре каждую субботу. And Prabhupada also explains that when the deity is coming out, at that time they will tell the deity about the accounts of the temple, about how much money was collected and how much was spent. И также Шрила Прабхупада здесь рассказывает о том, когда божества носят, то служители храма представляют им отчет о том, сколько денег было собрано, потрачено. Because the system is that the deity is the proprietor, the temple and the land and everything all belongs to the deity. Поскольку смысл в том, что и храм, и земля, все принадлежит божеству. So the deity is the proprietor. Everyone should respect the deity, and when he's going around, the people should follow behind the deity. И божества являются собственниками, и каждый должен выражать им почтение. И когда божества выходят на прогулку, то каждый выказывает им свое почтение. Then the next one is about visiting the temple. That a devotee should visit the temple at least once or even twice if possible every day. И следующий пункт говорит о том, что преданный должен посещать храм по крайней мере один раз или два раза в день, если это возможно. Yeah, just like in Vrindavan. Of course, in Vrindavan it's very common for people to go to visit the temples, and they will go in the morning, they'll go and visit, see all the deities, offer obeisances, then they'll go in the evening again. И во Вриндаване посещать храмы для людей является очень обычным делом, и они каждое утро и каждый вечер выходят и посещают все храмы и приносят свои поклоны божествам. So in Jaipur also, in Jaipur there's a famous temple of Radha Govinda, the deity which was originally in Vrindavan, the deity of Rupa Goswami was moved to Jaipur, and it's worshipped very nicely there in Jaipur. И в Джайпуре также есть известные божества Радхи Говинды, эти божества Рупа Госвами, и они также, их также выносят на прогулку в Джайпуре. And people will go there every day. There are many people. They will not take any food until they first go to see the deity.
They will not take any food? Yeah, the first in the morning, first they must go and see the deity, and after seeing the deity and offer obeisances, then only they will take food. И люди там даже не принимают пищу с утра, они идут сначала в храм и выказывают свое почтение божествам, и только потом принимают пищу. In the times of Lord Ramachandra, there was one devotee of Lord Ramachandra. He would come every morning to see Lord Ramachandra and to offer his obeisances. И во времена Господа Рамачандры был преданный Господа Рамачандра. Он каждое утро приходил к нему и приносил ему свои поклоны. But sometimes Lord Ramachandra, because Lord Ramachandra was the king, he was the ruler, he would go around the kingdom and he would not be in the palace and he would go away for several days. Но иногда Господ Рамачандра не было во дворце, поскольку он был царем, правителем, и он выезжал, чтобы осмотреть свое царство, и порой его не было по несколько дней. So at that time the man could not see Lord Ramachandra. He would simply fast and he would wait. He would not take food until Lord Ramachandra returned. И в такие дни этот человек, он постился и ждал, когда Господь Рамачандра вернется. So sometimes he would be fasting for several days. И иногда он постился по несколько дней. So when Lord Ramachandra heard about this, he felt very sorry that this man is doing so much austerity. He gave the man a deity. He had a deity of him, his own self. There were a deity of Sita Rama, and he gave these deities to the man. И когда Господь Рамачандра узнал об этом, ему стало очень жалко этого человека, и тогда он, что он совершает такую суровую аскезу, и тогда он дал ему божества Ситарамы. And he told the man that, he said, you just simply have to offer obeisances to me in the deity form, and in this way you can take your food regularly. И тогда он, и Господь Рамачандра сказал, ты можешь приносить свои поклоны мне в форме этого божества, и тогда ты сможешь принимать свою пищу регулярно. During the time of Sanatana Goswami, he was living in Vrindavan, and every day he had a vow to go around Govardhan Hill. Во времена Санатана Госвами он давал обет каждый день обходить вокруг Говардхана. So Govardhan Hill, the perimeter is about 24 kilometers. It's quite a long walk. And Sanatana Goswami was getting old. It was very difficult for him to complete. И в периметре холм Говардхана это где-то расстояние 24 километра. Это достаточно долгий путь. И Санатана Госвами становился старым, и ему преодолеть это расстояние становилось все труднее. But Sanatana Goswami said, I made this vow, I have to keep my vow. And every day he would go around the Govardhan Hill. Но Санатана Госвами говорил, я должен соблюсти этот обет, я дал такой обет обходить вокруг холма Говардхана, и таким образом он продолжал это делать. So Lord Krishna appeared to him and he brought a Govardhan stone, a stone from the Govardhan Hill. And he told Sanatana Goswami, he said, you don't need to go around the hill every day. You're old man now. You just go around this stone. It's not different from the Govardhan Hill. И перед ним однажды явился Господь Кришна с камнем в руках, и он сказал, ты теперь уже старый человек, и тебе не нужно обходить холм Говардхана каждый день. Вот тебе камень с холма Говардхана, и его ты можешь обходить. And Lord Krishna placed his footprint in that stone just to show Sanatana Goswami that he was not different from that stone. И Господь Кришна поставил свою стопу на этот камень, показав тем самым Санатане Госвами, что этот камень не отличен от него самого. Okay, so, okay, we'll do number nine. One must circumambulate the temple building at least three times. Пункт девятый.
следует обходить храм по крайней мере три раза. Some people may go around more than three. Maybe Prabhupada says sometimes 10, sometimes 15, up to every individual. И Шрила Прабхупада пишет, что некоторые люди преданные, кто-то может обходить гораздо больше раз, кто-то 10 обходит, а кто-то 15. Это все зависит от самого человека. And Prabhupada talks about how people also go around Govardhan Hill. Just like I was saying, Sanatana Goswami was going around every day. И Шрила Прабхупада пишет, что некоторые люди обходят также холм Говардхана, как я только что рассказывал о Санатане Госвами, который делает это каждый день. And there are many devotees in Vrindavan, even devotees in our own ISKCON temple. Every morning they will go around the Vrindavan Parikrama. И также в Вриндаване есть много преданных, даже преданные ISKCON, которые каждое утро идут во Вриндавана Парикраму. It's about 10 or 12 kilometers walk, but some devotees will go every morning. Это где-то 10-12 километров пешком, но некоторые преданные делают это каждое утро. Of course, circumambulating the temple, we should understand that Krishna is in the temple, and we're offering our respect to Lord Krishna. И обходя храм, мы должны понимать, что Кришна находится в храме, и тем самым мы выказываем ему свое почтение. We must have the proper consciousness in doing these things. Мы должны иметь должное сознание, когда мы делаем все эти вещи. So usually we can chant the holy name as we go around, or you may perform kirtan as you go around. И когда вы обходите храм, вы можете повторять святое имя либо петь киртан. All right, next number 10. We should worship the deity according to regulative principles. Пункт 10. Мы должны поклоняться божествам в храме в соответствии с регулирующими принципами. Yeah, but the deity must be worshipped regularly. Божествам следует поклоняться регулярно. You make the offerings, you offer the arti, they should be done at the same time every day. Вы делаете подношения и предлагаете арти, и это все должно проводиться каждый день в одно и то же время. And worshipping the deity, two principles are very important. One is the punctuality, and the other is the cleanliness. И в поклонении божества самыми важными являются два принципа – пунктуальность и чистота. If a woman is contaminated, then she cannot keep the principles of cleanliness. Her deity worship is not very good. If she's contaminated, then she cannot worship the deity. И если женщина нечиста, то она не может, то она нарушает этот принцип чистоты, и ее поклонение божествам осуществляется не должным образом. And similar, when we worship the deity, it's customary the men that they will not wear any sewn cloth; they will simply wrap a cloth around. И когда мы поклоняемся божествам, также есть такое правило, что мужчина он надевает одежду, которая не имеет швов, то есть он просто оборачивается в одежду. Because sewn cloth is not pure, the ordinary cloth unstitched, that it doesn't have the effects which sewn cloth has. Sewn cloth touched by people who are not devotees, they're handling it. It's not the standard. И сшитая одежда считается оскверненной, поскольку к ней прикасались какие-то другие люди, которые ее сшивали, не преданные, и поэтому это не является стандартом. Стандарт – это не сшитая одежда. Well, number 11. We must do personal service to the deities. Пункт 11. Мы должны лично служить божествам. Personal service means things like offering arti, or sometimes cooking for the deity. И личное служение – это иногда делать подносить арати, иногда готовить для божеств. Maybe making garlands for the deities. Возможно, делать гирлянды для божеств.
or maybe making even dresses, an outfit dress for the deities. Шить одежды, делать одежды для божеств. But we want to cultivate a relationship with the deities, and the relationship comes through service. И мы хотим развивать свои отношения с божествами, а эти отношения развиваются через служение. Number 12. Not one must sing. We shouldn't just stand and look. We should chant. We should join in the kirtan. Chant. Пункт 12. Мы должны петь. То есть мы не должны просто стоять и молчать. Мы должны воспевать Святое Имя, вести киртан. Number 12, 13, 14 are all the same thing. One must sing, one must perform sankirtan, one must chant. И следующие пункты, они подобны этому. Человек должен, мы должны участвовать в санкиртан, должны повторять мантры, возносить молитвы. Very important, we get a taste for the holy name, and we have to chant, we have to take part in sankirtan. И очень важный этот момент, мы должны развивать вкус к Святому Имени, мы должны участвовать в киртане, участвовать в санкиртане. We should be hearing the kirtans, we should be joining, singing with the kirtans. Мы должны слушать киртаны, должны участвовать, петь в киртане. Kirtan is very, very important for our bhakti, to water the creeper of devotion. И для бхакти очень важно получить крипу преданности. And sankirtan is, of course, that's done with other devotees. И, конечно же, санкиртану можно делать вместе с другими преданными. That's loud chanting of the holy name. Значит, громко повторять Святое Имя. And with loud chanting, there's more mercy. You get more mercy. Ибо громкое повторение дает больше милости. All right, we will stop here. Здесь мы остановимся. We will ask if there are any questions. Есть ли какие-то вопросы? Yes, there are questions in the chat. Раджарани, пожалуйста. Гуру Махарадж, Шри Кришна преданный, Сасрашви, Прабхупада. Вопрос такой. Гуру Махарадж, согласно второму наставлению, второй преданности, да, был описан метод танца перед божествами. Шаг влево, шаг вправо, руки вверх. А в храмах России преданные танцуют иначе. Кружатся перед божествами, крутят руками по-разному и так далее. Но в Нектаре преданности написано, что показывать спину божествам – это оскорбление. А если это оскорбление, значит, не будет духовного развития. Это влияет на храм, на проповедь в храме, на передачу чистого послания и на духовный прогресс самого преданного. Спасибо, Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, all glories to Шрила Прабхупада. Please accept my humble obeisances. Гуру Махарадж, you described the authoritative method of dancing in front of the deities. Step left, step right, hands up. In the Russian temples, devotees dance differently, just circle in front of the deities, twist their hands in different ways, and so on. In the Nectar of Devotion, it's written that showing the back to the deities is an insult. And if this is an insult, then there will be no spiritual development. This effect, is this effect on the temple, on the preaching in the temple, or on the pure message and the spiritual progress of the devotee himself, is it? Well, if the devotees are moving in a circle, then it may be permissible. They're not just standing constantly with their back to the deities, but they're moving. They're moving around, going around in a circle, and sometime for a second or two, the back may be to the deity, but they're moving. Then it would be okay. Если преданные как-то крутятся или в кругу, да, ходят перед божествами, не постоянно стоят к ним спиной, то это нормально.
в движении, когда. No, Prabhupada was tolerant about different rules and regulations. You know, sometimes these things, you know, the back to the deities. Sometimes, of course, we don't want to sit there with our back to the deities. But if you're dancing in the kirtan and moving around, then as I said, the main purpose in the dancing is that we're doing it for the pleasure of the deity. И Шрила Прабхупада очень терпимо относился к этим моментам, то есть не рекомендуется как-то сидеть спиной к божествам стационарно, да, но тем не менее, когда мы находимся в движении и в этом движении как-то вращаемся, поворачиваемся к божествам спиной, то это допустимо. Главная наша цель — принести удовлетворение божествам. Srila Prabhupada liked to see the devotees chanting and dancing enthusiastically. Srila Prabhupada нравилось, когда преданные в энтузиазме воспевают и танцуют. At the same time, he didn't want to see the kirtans become like a discotheque. В то же самое время он не хотел, чтобы киртаны превращались в дискотеку. So there are some standards. We should be respectful, we should be conscious what we're doing. Есть какие-то определенные стандарты, то есть мы должны уважительно относиться, мы должны быть осознанными. Sometimes we see devotees, when they're doing kirtan, they will ask all the devotees, please sit down, don't just get up and start dancing around, just sit down and hear the holy name. Иногда мы видим такие ситуации, что преданные, которые ведут киртан, они просят других преданных сесть и просто внимательно слушать святое имя. But Srila Prabhupada also like sometimes Prabhupada would raise his hands, he'd move his hands, instructing the devotees that they should get up and they should dance. He liked to see the devotees lively and enthusiastic in the kirtan. И иногда Шрила Прабхупада, он поднимался, вскидывал руки вверх и воодушевлял таким образом остальных преданных вставать и поднимать руки, танцевать таким образом. So, you know, you just be an example. You just, you know, you try to, you join in the kirtan and you dance, and you don't have to dance like a mad person. You don't have to go become crazy. Just be sober and try to remember we're dancing for the pleasure of Krishna. Просто показывайте на своем примере, участвуйте в киртанах, танцуйте, но не танцуйте как сумасшедший человек, а просто помните о том, что мы танцуем ради того, чтобы принести радость божествам. Don't try to instruct others about how to dance. Не пытайтесь давать людям наставления о том, как танцевать. Just be an example yourself. Just you dance as you think is proper for the pleasure of Krishna. Просто сами танцуйте и показывайте другим пример. Танцуйте так, как вы считаете является правильным ради удовлетворения Кришны. It's sensitive issues. Some people are very attached to having a lot of dancing while dancing, and some people are very much against it. И это такой очень чувствительный, тонкий такой чувствительный момент, что некоторые люди танцуют как дикари, а другим это очень не нравится. So you just be yourself and you try to simply remember we're dancing for the pleasure of Krishna. And Prabhupada did teach us, you know, his dance, and Prabhupada also jumped, you know. At one point, after Prabhupada had taught the devotees the Swami, another time then Prabhupada himself jumped up, and when Prabhupada jumped up, then all the other devotees, they all started to jump, and the news spread all over the world that Prabhupada's jumping.
И Шрила Прабхупада в киртанах не только использовал этот шаг с вами, но он также и прыгал. И тогда, когда Шрила Прабхупада начинал это делать, то все остальные преданные подхватывали и тоже прыгали. И это все очень быстро распространилось по всему миру. Прабхупада прыгает. So a little jumping is also allowed. И какие-то такие небольшие прыжки, они позволительны. Lord Chaitanya would have kirtan. They would also have a lot of ecstasy. They would dance very wildly. И very wildly? Yeah, they would dance wild. И Господь Чайтанья, когда он вел свои киртаны, он впадал в такой экстаз, что он танцевал очень неистово. Lord Chaitanya, sometimes in Rath Yatra, he would jump so high and then he would crash down to the ground. И иногда на Радхаятра Господь Чайтанья танцевал настолько, подпрыгивал настолько высоко, что падал на землю. Okay. Another question. Another question from the chat. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Люди, пришедшие в храм под влиянием профессиональных проповедников, материалистов, потом и в храме тоже не стремятся к преданному служению, а хотят использовать Кришну для улучшения своей жизни. Они продолжают слушать лекции, акцентирующие внимание на материалистичных аспектах и развивающие вкус к материальным благам. Поэтому у них не развивается вкус к преданному служению, и они не следуют правилам и предписаниям, не могут принять духовного учителя. Каким образом следует давать им чистое бхакти, чтобы вернуть их на правильный путь? Что им следует говорить, чтобы помочь развить вкус к чистому преданному служению? Hare Krishna Guru Maharaj and the devotees, please accept my humble obeisances. People who come to the temple under the influence of professional materialistic preachers, then in the temple also they do not seek devotional service, but they want to use Krishna to improve their lives. They continue to listen to the lectures that focus on materialistic aspects and develop a taste for material things. Therefore, they do not develop a taste for devotional service, and they don't follow the rules and regulations, and they cannot accept the spiritual master. How should one give them pure bhakti to get them back on the right, to the proper path? And what should they say to help to develop a taste for pure devotional service? Well, generally we will encourage them to do some service. They have material desires, they should contribute some money. They're making some money, they should contribute some money. They should do some service for the temple. И обычно мы таких людей воодушевляем заниматься каким-то служением, и если они имеют вот это материальные желания, то они обычно зарабатывают деньги, таким образом мы воодушевляем их жертвовать какие-то деньги в храм. They have material desires, okay. So they have material desires, but they've come to Krishna. That's allowed. Да, у них есть какие-то материальные желания, но они пришли к Кришне, и это допустимо. They're not ready to accept a spiritual master. They're not ready to follow all the rules and regulations, but they still have, they have some faith in Krishna. Они не принимают духовного учителя, не следуют каким-то правилам и предписаниям, но тем не менее у них есть уже вера в Кришну. So they should be encouraged to take part in the kirtan and to chant the holy name, and they should be encouraged to come and see the deities and bow before the deities, and they should give some service to the temple or to the deity. Их нужно воодушевлять, участвовать в киртане, петь киртан, приходить в храм, склоняться перед божествами. Их нужно занимать в каком-то служении. They should be told that if you do service for the deity, if you serve the
the pure devotees and Srila Prabhupada's mission, then you'll get a lot of benefit materially and spiritually. И нужно говорить, что когда вы склоняетесь перед божествами, когда вы совершаете служение чистым преданным, миссии Шри Прабхупады, то вы развиваетесь, вы получаете благо как материальное, так и духовное. Krishna consciousness is for everyone. We cannot expect everyone will want to become a pure devotee. But it's good, they have faith in Krishna. They should be encouraged. Сознание Кришны, оно предназначено для всех, и не все хотят стать чистыми преданными, но тем не менее, раз они пришли, то у них, значит, есть вера в Кришну, и это замечательно, и мы должны их воодушевлять на этом пути. No, every devotees, there are many devotees all at different levels and different desires. And Krishna consciousness is for everyone. И преданные, разные преданные, они находятся на разных уровнях, у них у всех разные желания, но сознание Кришны, оно для всех. So be tolerant and encourage them. Просто будьте терпимы, воодушевляйте их. I mean, encourage them in the sense that you want them to try to do some service, that they should contribute something to Krishna, for the service of Krishna. И воодушевляете их в ключе их служения Кришне, то есть они даже воодушевляете их что-то пожертвовать Кришне, служение Ему. They come to the temple. That's good. They are attached. I mean, they think our temple. They are identified with the temple. Они приходят в храм, и это хорошо, они и идентифицируют себя с храмом, они говорят, наш храм. So you should try to engage them in the service of the temple. И поэтому пытайтесь просто занять их в служении в храме. And that will benefit them materially as well as spiritually. И это принесет им как материальное, так и духовное благо. Yes. Another question. Next. Yeah. Лена Матаджи, вы хотели задать вопрос? Да. Хари Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот у меня такой вопрос, но я помню, что, кажется, Гуру Махарадж уже что-то говорил, может быть, что-то еще. Вот, когда только начинаешь путь, есть много вдохновения, энтузиазма. Бывает, что такая активность спадает со временем. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, из-за чего это происходит? Возможно, это из оскорблений, может быть, как-то не так идешь, ну, может быть, еще что-то скажет Гуру Махарадж. И как нужно действовать, чтобы до конца жизни сохранить вот эту веру, преданность, энтузиазм? Хари Кришна. Hare Krishna, Guru Maharaj, dear devotees, please accept my obeisances. When you just start your path, spiritual path, there is a lot of inspiration and enthusiasm, and it happens that such activity decreases over time. Please tell us. Why this happening and how we should act in order to preserve faith, loyalty and enthusiasm for the rest of our life. Yes. So in the beginning, everything is new and fresh, and so when we come to the association of devotees, we're very respectful and we honor the devotees. И в самом начале обычно вещи, они кажутся очень новыми и свежими. Когда мы в самом начале приходим, то мы очень почтительно относимся к преданным. But gradually we start to become familiar and we start to see defects and we begin to criticize devotees.
И постепенно это все становится для нас привычным, таким обычным, и мы начинаем видеть недостатки и критиковать преданных. Yeah, we may say, this is not good, it shouldn't be like that, why are they doing this? We start to find fault. Мы начинаем искать недостатки, мы начинаем говорить, о, почему они делают вот это, почему не делают это. And when we start to find faults, it becomes offensive, and it damages our creeper of devotion. И когда мы начинаем искать недостатки, то это разрушает нашу крипу преданности. And we begin to lose our enthusiasm. Мы начинаем терять наш энтузиазм. So we have to be very careful about how we associate with other devotees and what we talk about. И мы должны быть очень осторожны в том, как мы общаемся с другими преданными и о чем мы с ними разговариваем. You don't want to talk anything negative about people. Вы не должны говорить ничего негативного о людях. Try to see good in other devotees. Пытайтесь видеть хорошее в других преданных. And try to see our own faults. И пытайтесь видеть свои собственные недостатки. I think this would help a lot for us to progress in Krishna consciousness. Я думаю, что это значительно поможет нам прогрессировать в сознании Кришны. Another problem comes that, you know, we take the activities of Krishna consciousness to be sometimes in the beginning when it's new, everything is fresh and we enjoy it very much. But after some time, we think, oh, the same thing, oh, every day this, oh, that, and we don't appreciate the spiritual potency behind the activity. И в самом начале, когда все новое, такое очень свежее, и нам это очень нравится, но постепенно мы начинаем думать, о, опять каждый день одно и то же, все то же самое, и мы перестаем ценить эту духовную энергию, которая стоит за всеми этими действиями. Yeah, we have a saying in English about this. We say familiarity breeds contempt. Because we're seeing something regularly, every day, the same thing, and after some time we think, oh, it's not very important. На английском есть такая поговорка, что какие-то привычные вещи, они приводят, ну, то есть это не дословно, какие-то привычные вещи доводят нас до презрения. То есть тем самым, когда мы занимаемся одним и тем же, это становится нам уже привычным, и мы выказываем это неуважение. No, we think, oh, RT again, oh, I did this so many times, oh, I'm not going to go to RT, it's a waste of time. We think... И мы думаем, о, снова эти, ну, я делал это уже только так много раз, и снова одно и то же, ну, я не пойду. And then we think, о, chanting, I did so much chanting, I don't know, I'm not going to do chanting anymore. Мы думаем, о, опять это повторение, воспевание. Я не хочу этим снова заниматься. So we begin to neglect the basic principles of Krishna consciousness. So then we can never progress. То есть мы забываем, упускаем основные принципы сознания Кришны, и таким образом мы перестаем прогрессировать. If you don't chant regularly, if you're not going to follow the principles of Krishna consciousness, then how can we ever expect to progress? We cannot. И если мы не повторяем регулярно, не соблюдаем регулирующие принципы, то как же мы можем ожидать прогресса? Мы не можем. So it's important to read Prabhupada's books, to hear regularly. Поэтому очень важно читать книги Шрилы Прабхупады и слушать регулярно. And one should also be willing to take on more responsibility
One should also start to become a preacher himself and talk and explain the scriptures. И человек должен стремиться к тому, чтобы самому становиться проповедником, самому говорить. Yeah, we should be ready to take on some responsibility, get some people together and with them, sit with them and read the books and study and discuss the philosophy. Мы должны быть готовы взять на себя какую-то ответственность, собирать людей и вместе с ними читать книги, изучать, обсуждать философию. Teach people how to chant, have kirtan with them. Учить людей воспевать, петь с ними киртан. Teach people how to cook for Krishna, what to cook for Krishna, and how to offer the food to Krishna. Учить людей, как готовить Кришне, как предлагать пищу Кришне. When you start doing these things, then you'll be enthusiastic. И когда вы начнете делать все эти вещи, тогда вы будете в энтузиазме. But if you don't do anything, you just sit around at home, oh, nothing's happening, nothing's going on, I don't know what to do. Но если вы ничего не будете делать, вы просто будете сидеть дома и думать, о, ничего не происходит, и ничего мне делать не хочется, и вообще нечем заняться. You have to be a little bold. In the beginning, you have to have some courage to go out and to meet people and tell them about Krishna. То есть вы в самом начале должны иметь какую-то смелость, какую-то храбрость выйти к людям и рассказать им о Кришне. You can't just sit and wait for people to come. You have to go to the people. Вы не можете просто сидеть и ждать, пока люди придут к вам. Вы должны сами идти навстречу. You know, in other ages, the guru would be in the forest and he had an ashram and he would just sit in the forest and he would be in the, okay. And some people would come and he would teach them. В другие эпохи мудрецы просто сидели в лесу в своих ашрамах, и другие люди просто приходили к ним, и когда это происходило, мудрецы просто обучали их. But in this age, you cannot just sit and wait for people. You have to go to the people. Но в этот век вы не можете просто сидеть и ждать, когда люди придут к вам, а вы должны идти к ним. Lord Chaitanya said, wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. Господь Читания говорит, куда бы вы ни пошли, кого бы вы ни встретили, рассказывайте им о Кришне. When you do like that, you'll be enthusiastic. You'll be eager to talk about Krishna to others. И когда вы будете делать так, то вы будете в энтузиазме, вы будете гореть желанием рассказывать о Кришне другим людям. But if you don't do it, then you may just lose your enthusiasm and you gradually become disappointed and you think Krishna consciousness is not working. И если вы ничего не будете делать, то постепенно вы разочаруетесь и будете думать, что сознание Кришны не работает. So these are some thoughts on this matter. Это несколько мыслей по этому поводу. Спасибо большое, Хари Кришна. Thank you very much. Next question. Анастасия, Матыч, вы хотели вопрос задать? Хари Кришна. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Это Анастасия, Лейла Восход. У меня вопрос. Вот в Нектаре преданности говорится, что посещать храмы Вишну хотя бы один раз в день или два раза, утром и вечером. А как вот быть, если не получается каждый день посещать храмы? Сколько это влияет на сознание, то есть как это будет влиять, когда ты один раз только, один раз в неделю приезжаешь в храм по воскресеньям, допустим.
То есть насколько вот важность, да, ну, бывает какая-то работа, ну, домашняя, по крайней мере, либо это как отговорки уже. То есть как это будет влиять, да, на сознание, на наш уровень развития? Hare Krishna Guru Maharaj, dear devotees. In the Nectar of Devotion, said that we should visit Vishnu temple at least one or twice a day, in the morning and in the evening. But in our life and practice, it's not like this. If we have no such an opportunity to do it every day, we go to the temple at least one time a week, the weekends. And the question is, how does it affect on our consciousness? How important is it? Yes, we can understand. You know, we don't have many temples, and you live in a big city, and your home is far away from the temple. It's not so easy to go to the temple. Да, мы должны понимать, что мы живем в больших городах, и мы живем далеко от храма, и не так-то просто добраться до него. But you can make an altar in your home. You have put up some pictures of Krishna and your spiritual teacher and Prabhupada, and you can worship there. Но однако вы можете сделать алтарь у себя дома, и вы можете разместить. You make your home with them. Сражение божества, Шрила Прабхупады, вашего духовного учителя, и делать все это дома. Make your home into a temple and worship there. Превратите свой дом в храм и делайте поклонение там. And if you're doing worship, the main point is that you have to, we have to develop our devotion for Krishna. И смысл в том, что мы должны развивать свою преданность Кришне. So there are many principles here. You know, I was reading. You can't expect to do all of them. Some of them are more important than others. Going to the Vishnu temple is not one of the most important ones. И мы здесь обсуждали многие принципы. Я рассказывала о многих принципах, и какие-то из них более важные, какие-то менее важные, и не ожидается от вас, что вы будете соблюдать их все. If it's practical, if it's easily done, then yeah, it's good. There's a temple nearby, you should go. But if it's not, okay, Krishna understands. И если это практично, например, если у вас храм рядом с домом, то, конечно же, вы должны ходить в храм, но если нет, то Кришна все понимает. But the main thing is that you chant the holy name. That's very important. И главная вещь — это повторение святого имени. Это очень важно. And you should try to read the books. И вы должны пытаться читать книги. Just like yesterday was the day Krishna spoke the Bhagavad Gita, so many people, they were reading the whole Bhagavad Gita. А потом тому, как вчера был день, в который Кришна прочитал Бхагавад-гиту, и поэтому многие преданные не читали вчера Бхагавад-гиту целиком. Prabhupada also said every day we should try to read one chapter of Bхагавад-гита. Шрила Прабхупада также говорил, что каждый день мы должны стараться прочитывать одну главу Бхагавад-гиты. You may read the Sanskrit verses, or you may just simply read the Russian translation. Вы можете прочитывать просто стихи на санскрите, либо просто читать на русский перевод. But you try to read one chapter a day. Но пытайтесь читать хотя бы одну главу в день. But that is also not a major principle. Prabhupada suggested that we could do this, it's very nice. The main thing is to chant Hare Krishna Maha Mantra. И это, конечно же, тоже не главный принцип. Прабхупада просто рекомендовал это делать. Главный принцип состоит в том, что мы должны повторять Hare Krishna Maha Mantra. And if you're chanting Hare Krishna, then your home is a temple. И когда вы повторяете Хари Кришна, то ваш дом является храмом. The body is also a temple.
И тело также является храмом. The Lord is in your heart, and we mark the body with tilak because the body is a temple of the Lord. Господь находится в вашем сердце, и мы также умощаем свое тело, украшаем свое тело тилаками, поскольку Господь находится там. So this body is meant for the service of Krishna. Это тело предназначено для служения Кришне. Just like the temple, we keep it very clean and pure, so we should keep the body also very clean and pure. Подобно тому, как храм мы держим в чистоте, таким же образом в чистоте мы должны поддерживать и тело. We strictly follow four regulative principles. In this way, the body is kept nice and clean and pure. Мы строго следуем регулирующим принципам, и таким образом тело становится чистым. We should think of the body like a temple. Мы должны думать о теле как о храме. So it's the presence of the devotees that make the holy place. Место делает священным присутствие преданных. If there are no devotees there, it's not really a holy place. И если преданных в этом месте нет, то оно в действительности святым не является. But where the devotees are, they will bring the presence of the Lord will be felt there by their presence. И там, где находятся преданные, чувствуется присутствие Господа благодаря их присутствию там. So it's not that you have to go to only the ISKCON temple. You have a temple, you make the temple in your home, or you can see the body also as a temple. И таким образом вы можете не ходить в храм ISKCON, вы можете сделать храм в своем доме, либо рассматривать свое тело как храм. Of course, the Lord is not only in your heart, He's in the heart of all living entities. Поскольку Господь находится не только в вашем сердце, но также в сердцах всех живых существ. So the very advanced devotees, they see the presence of Krishna everywhere. И очень возвышенные преданные, они видят присутствие Кришны повсюду. Not only in the temple. Не только в храме. But of course, we're not so advanced, it's good for us to go to temple. Но, конечно же, мы не настолько возвышенные, поэтому для нас хорошо ходить в храм. So you go once a week, very good. You go regularly every week. At that time, you get purification. И если вы ходите в храм один раз в неделю, то это очень хорошо. В это время вы очищаетесь. And the rest of the time, you can use your internet. If you have a mobile phone, you can go on internet, and you can visit temples. You can get the darshan from Mayapur and from Vrindavan. Everything is available by technology. You can visit the temple, maybe not physically, but by means of technology, you can visit the temple. И если у вас есть интернет, мобильный телефон, то вы можете просто с помощью этих средств технологических, не физически, но с помощью них присутствовать в храмах в Майпуре и видеть божества. So you may be in Vladivostok, but you can visit the temple in Mayapur and you can offer obeisances while you're in Vladivostok. И вы, допустим, можете находиться во Владивостоке, но при этом посетить Майпурский храм и принести свои поклоны. Okay. Next question. Следующий вопрос. Раджарай Матаджи. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Под вопрос, Татьяна Матаджи. Про Бхагавадгиту, по Шримад Бхагаватам. То есть мы должны читать комментарии к стихам Шримад Бхагавадгиты. Но если преданный в начале, да, мы можем вдохновлять его читать без комментариев, либо санскрит, либо просто перевод стиха. Если он начинающий преданный, вы имеете это? Ну, Махарадж,
Да, что можно читать без комментариев. Да. This question is concerning reading Shrimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. If, for example, we should read the comments, and for the new devotees, they can read only verses on Sanskrit or Russian translation. Is it like this? New devotees should read only. Yeah, just am I understand, Mataji asks, am I understand correctly that we should read verses with comments, and maybe new devotees, it's enough for them just to read verses in Sanskrit or only Russian translation. Well, it's good for them to also read the commentary. Ну, для начинающих тоже хорошо читать комментарии. Yeah, we encourage devotees when we give classes. We don't just read the translation, we must also read the commentary. Мы должны воодушевлять людей, и когда мы даем какие-то лекции, то мы читаем не только стих, но мы читаем комментарий. Without the commentary, it will be difficult to understand the significance of the verse. И без комментария сложно очень понять значение стиха. So new devotees, they should be properly encouraged not just to read the translation, but also to read the commentary. И новых преданных тоже стоит воодушевлять читать не только стихи и перевод стиха, но также комментарии. Generally, we'll encourage the newer devotees to focus more on the Bhagavad Gita, and first of all understand Bhagavad Gita, and then go on to Srimad Bhagavatam. Обычно новых преданных мы воодушевляем сфокусироваться больше на Бхагавад-гите и только после этого перейти к Шримад-Бхагаватам. But when Prabhupada went to America in the very beginning of the movement, even though devotees were very new, he would lecture on Chaitanya Charitamrita and sometimes also Shrimad-Bhagavatam. Но Шрила Прабхупада, когда он только приехал в Америку, несмотря что эти преданные были только-только начинающими, он давал им лекции по читанию Чаритамриты и Шримад Бхагаватам. So generally we do say it's easier for people to begin with the Bhagavad Gita. И обычно мы говорим, что для людей легче начать с Бхагавад Гиты. But there's no harm for them to also hear Шримад Бхагаватам. Но нет ничего плохого в том, что они также будут слушать Шримад Бхагаватам. And they should hear the verse along with the commentary. И они также должны слушать стих вместе с комментарием. Are there more questions? Есть ли еще вопросы? Простите, пожалуйста, можно еще один вопрос? Да, Татьяна. Я хотела уточнить вот по поводу мотива нашего и продвижения в преданном служении, что вот когда только начинаешь, у тебя, возможно, и нет мотива удовлетворить Кришну. Ты просто делаешь, потому что ты поверил духовному учителю, и тебе, ну как это, и ты делаешь это, ну потому что так написано, потому что ты веришь именно в этого духовного учителя, а мотив у тебя не удовлетворить Кришну. И вот я хотела спросить, вот правильно же я понимаю, что со временем этот мотив очистится? In the very beginning, we do something for Krishna just without any motive to satisfy him. We do it because our spiritual master said us about this, about that others told us, or this is in the books, but we have no really motive to satisfy Krishna. Does it gradually change the situation, we can do this? How we can just have this motive to satisfy him?
Well, we have to hear more about Krishna. We have to develop more devotion for Krishna. Мы должны больше слушать о Кришне, должны развивать больше преданности к Кришне. Yes, we would say initially we don't know Krishna, we only know the spiritual teacher or the senior devotees, and they're telling me to do like this, so I do it. И, конечно, мы можем сказать, что первоначально я же не знаю Кришну, я знаю только вот духовного учителя, старших преданных, и они мне что-то сказали, поэтому я это делаю. But they're telling us, do this for Krishna, do it for Krishna, but we don't know Krishna. И они говорят нам, ну делай это для Кришны, но мы Кришну не знаем. But you're hearing the name of Krishna, you're developing your Krishna consciousness. Но когда вы слушаете имя Кришны, вы развиваете свое сознание Кришны. So you have to continue the process, you have to go on chanting, and you have to hear more and more about Krishna. И вы просто должны следовать процессу, вы должны дальше воспевать его имя и больше и больше слушать о Кришне. We go to the temple, we see the deity of Krishna. Krishna's in the temple, and we chant the name of Krishna in the temple. И мы идем в храм, и мы видим божества Кришны, и мы повторяем святые имена, его святые имена в храме. And then in the temple they're giving class, and you start to hear Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, and they're talking about Krishna, and we're hearing more about Krishna. И в храме даются лекции, мы начинаем слушать Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту, мы начинаем больше слушать о Кришне. So in this way we're becoming more and more conscious of Krishna. И таким образом мы становимся все более и более осознающими Кришну. Just like we were talking this morning, how one understands Krishna is the proprietor, that the temple doesn't belong to a person, it belongs to Krishna, the supreme person, the transcendental person. Как мы сегодня говорили о том, что Кришна собственник, и все принадлежит Кришне, принадлежит Кришне храм и земля вокруг храма, Кришна верховный владыка. And the temple president, and the spiritual teacher, and all the devotees, they're all servants of Krishna. И президент храма, и духовный учитель, и все преданные в этом храме, они все являются слугами Кришны. So gradually, more and more, we're becoming attached to Krishna. И таким образом, постепенно, мы все больше и больше становимся привязанными к Кришне. And we see Rukmini. Rukmini was a young girl, and she was supposed to get married, and her brother wanted to get her married to one of his friends named Sishupal. И мы знаем историю Рукмини, когда она хотела, ее должны были выдать замуж, и ее брат хотел выдать ее замуж за своего друга, которого звали Шишупал. But Rukmini had been hearing about Krishna because Narada Muni had been going there and he'd been talking to Rukmini and telling her about Lord Krishna. So she'd become more and more fascinated about Krishna. Но Рукмини очень была очарована Кришной, поскольку туда приходил Нарада Муни, он очень много рассказывал о нем, и таким образом она была просто очарована им. Although she'd never met Krishna, she'd heard about him, and just by hearing about him, she became so attracted to him and so attached to him. Но однако она никогда не видела Кришну, и только благодаря слушанию о нем она стала настолько привязана к нему. Он ее очень привлек. So Krishna consciousness works like that. We have to hear more and more. And the more we hear, then we will be inclined to want to tell others about Krishna. И сознание Кришны работает подобным же образом. Чем больше мы слушаем, тем больше мы будем склонны к тому, чтобы рассказывать другим о Кришне. I remember one morning I went on a walk with Prabhupada, and Prabhupada was talking to us about Krishna. So when we came back, all the devotees asked us, "What did Prabhupada say? What did Prabhupada talk about?"
И однажды я был на утренней прогулке вместе со Шрилой Прабхупадой, и Шрила Прабхупада рассказывала о Кришне, и когда мы вернулись, остальные преданные спрашивали, о чем же говорил Шрила Прабхупада. So in this way I would tell them what Prabhupada had been saying, and in this way I'm also chanting. First I was hearing from Prabhupada, then I was repeating what I heard and I was chanting. So hearing is followed by chanting. И таким образом я повторил все то, что рассказывал Шрила Прабхупада, таким образом я занимался воспеванием, таким образом слушание, воспевание предшествует слушанию. And by hearing and chanting, then it's easy to remember Krishna. И благодаря слушанию и воспеванию легко очень помнить о Кришне. And so gradually we develop more and more attachment for Krishna, and we develop our love for Krishna. И постепенно мы все больше и больше развиваем свою привязанность к Кришне, развиваем свою любовь к Кришне. Right, we're thinking I love myself, you know, I love my body. We're thinking I'm the body and we love the body. But a transcendentalist knows he's not the body. И поскольку мы думаем, что мы тело, то мы очень привязаны к этому телу, но трансценденталист знает, что он телом не является. Devotee doesn't just love the body, but he loves the soul within the body. И преданный, он любит не тело, он любит душу, которая находится в теле. We know the body is just like a dress, and it's temporary. We have to give it up one day. И мы знаем, что тело — это словно одежда, и оно временно, и в один день мы расстанемся с ним. But the person we really love is not the body, but the person in the body who owns that soul. Но человек, которого мы любим, он не является этим телом, он находится внутри этого тела, это душа. And the soul is a part of Krishna. А душа — это часть Кришны. So the person we really love is Krishna more than anybody else. И личность, которую мы действительно любим больше, чем кого-либо другого, — это Кришна. But we just have not realized that yet. But it's a fact. The person we love more than anyone is Krishna. Но мы этого еще не осознали, однако так и есть, что мы Кришну любим больше, чем кого бы то ни было. We cannot love the dead body, the man or the woman. They may have a very good-looking body, but that body will die one day. Мы не можем любить мертвое тело, как бы хорошо ни выглядел мужчина или женщина, однажды это тело умрет. But the person in the body, the soul, that is eternal, and that is a part of Krishna. Но личность, которая находится в этом теле, это душа, и она вечна, она никогда не умирает, и она является частью Кришны. So real love is to Krishna, not to the body. Поэтому истинная любовь — это любовь к Кришне, а не к телу. There's no real love in the material world. В материальном мире нет истинной любви. Men and women, they cheat each other. They say, I love you, but they don't love. The real love is for the soul. И многие, many women. Men and women. Мужчины и женщины, они обманывают друг друга, когда говорят, о, я люблю тебя, но на самом деле истинная любовь, она предназначена душе. So love of Krishna is in everyone. We have to awaken it by hearing more and more. И таким образом любовь к Кришне находится внутри каждого, и мы должны просто пробудить ее благодаря слушанию больше и больше. Keep hearing, don't give up. Продолжайте слушать, не сдавайтесь. Yes, any more questions? А еще вопросы? Ну, Хари Кришна, можно задать, да? Можно в очереди, да. Такой маленький вопрос.
Ну, часто преданные не осознают, что у них нет прогресса в служении из-за неблагоприятного общения. То есть они общаются с какими-то более материалистичными преданными, и поэтому у них страдает из-за этого преданное служение. Вот как помочь им осознать, что им нужно сменить круг общения, и как им это легче сделать? Спасибо. Usually we see that the devotee has no progress in the spiritual life because she has not very good association, and how we can help this devotee to understand that he should change his association. What can we do in this situation? Yes, association is very important. You have to get good association to progress. Да, общение очень важно, и для того, чтобы прогрессировать, должно быть хорошее общение. So when someone is serious about Krishna consciousness, then they will make an attempt to get good association. И если человек очень серьезен в сознании Кришны, то он может попытаться, то есть он стремится к тому, чтобы получить хорошее общение. If we're with people who don't follow rules and regulations, maybe they're fond of illicit sex and they take drugs and so on, then you know this is really bad association. Если мы общаемся с людьми и где нормально относятся к незаконному сексу или принятию наркотиков, то это плохое общение. Or if we're with people who don't chant, who don't want to wake up in the morning, they're very lazy and dirty, then you know this is not very good association. Если мы общаемся с людьми, которые не воспевают святое имя, если они не встают рано по утрам, если они очень ленивые, либо нечистые, то это плохое общение. So one has to be cautious about where we go and who we associate with, because we reflect the qualities of the people we associate with. И человек должен очень быть внимательным к тому, с кем он общается, поскольку мы начинаем отражать качества тех людей, с которыми вступаем в общение. So, how to convince another person? You have to request him, is he really serious to want to progress in Krishna consciousness? И как убедить другого человека, вы должны спросить его, насколько он серьезен в том, чтобы находиться в сознании Кришны. Then you have to request him to give up the bad association and to take up the good association. И тогда вы должны попросить его отбросить плохое общение и найти хорошее общение. It may mean one has to move. You may have to move your residence. You have to go and live in another place to get away from the bad association. И иногда это даже значит, что вы должны быть готовы оставить какое-то свое место жительства, чтобы поехать куда-то в другое место, чтобы оставить это плохое общение. You have to see who is actually serious to want to progress in Krishna consciousness. И вы должны видеть, кто действительно хочет прогрессировать в сознании Кришны. Sometimes Krishna will test us, just like Narada Muni tested Dhruva Maharaj. И иногда Кришна просто проверяет нас, подобно тому, как Нарада Муни проверял Друва Махараджа. Друва Махарадж was going to the forest, and Нарада Муни said, "You're too young. You should go back. Come back when you're grown up. You're too small. You're just a child." И когда Друва Махарадж отправился в лес, Нарада Муни сказала ему: "Ну куда же ты отправился? Ты слишком молод. Ты еще ребенок. Ты еще не вырос для этого." But Dhruva was very determined. He wanted. So then Narada Muni helped him. Но Dhruva был очень решительный, и поэтому Narada Muni помог ему.
So one has to be really serious, really convinced that he wants Krishna consciousness, that he's tired of material life. И поэтому человек должен быть уверен в том, что он хочет сознания Кришны, он устал от материальной жизни. Before you can accept a spiritual master, you have to be convinced yourself that the material world is not giving you any real pleasure. И перед тем, как принять духовного учителя, вы должны убедить себя в том, что материальный мир не может принести вам никакого истинного наслаждения. But if you still think there's some happiness in the material world, then you're not really ready for initiation. Но если вы думаете, что в материальном мире еще есть какое-то счастье, то вы в действительности не готовы для инициации. Initiation is when you're convinced the material world is not for you. Инициация значит, что вы уверены в том, что материальный мир не для вас. So this person, you say he's in bad association. He has to want to get. He should understand he's in bad association. He should want to get out. И человек, который имеет такое плохое общение, то есть та ситуация, которую вы описывали, прежде всего он должен понять, что у него именно такое, именно плохое общение, он должен захотеть выйти из этого круга. Do whatever is necessary to get a healthy situation for spiritual life. И делайте все, что только возможно для того, чтобы ситуация в духовной жизни стала здоровой. We have our Krishna conscious centers, and they need many people. They need volunteers to go and work and do service there. У нас есть много центров сознания Кришны, есть много добровольцев, которые идут туда и работают и делают там служение. So if you're really tired of the material world, then surrender to Krishna and become a full-time devotee. И если вы действительно устали от материального мира, то просто станьте полноценным преданным. И идите жить в храм. Харе Кришна. Кришна. Спасибо большое, Харе Кришна. Thank you very much. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Александр Прабудов написал. There is a question in the chat. Hare Krishna, Ваше Святейшество, можете ли вы ходить на Санкиртану, неофит, без посвящения? Если да, то как он должен вести себя, что говорить, если нет духовного опыта, и о чем молчать? Hare Krishna, Your Holiness, can neophyte go to Sankirtana without initiation? If he can't, so how should he behave? What to say if there is no spiritual experience, and what he don't need to talk about? Can a neophyte do kirtan alone? Not kirtan. Can a neophyte go to Sankirtana without initiation? If he has no initiation, if he can, so how should he behave? What to say to other people if he has no any spiritual experience, and what does he need to keep silent about? Okay, yeah. So yes, a neophyte, a new uninitiated devotee can also go for Sankirtan, and he should. It's better that he does not go alone, but he goes in the association of another devotee. Да, конечно, неинициированный преданный может выходить на Санкиртану, но лучше, если он не пойдет туда один, а пойдет вместе с преданным. You go with another devotee, and they can guide you, and you can listen to them and hear from them how they meet people, and you can do as they're doing. То есть вы можете пойти с такими людьми, и они будут наставлять вас, как правильно и что делать, и просто повторять за ними.
Generally, when we go for Sankirtan, if we introduce books to people, we don't need to say very much. Обычно, если мы идем на Санкиртану и распространяем книги людям, то обычно нет нужды слишком много говорить. You don't have to speak a lot. You just have to show them the book and tell them these books are about Krishna consciousness, bhakti yoga. Вы просто показываете им книгу и говорите, вот эти книги о сознании Кришны, бхакти йоге. And you're a representative from the Krishna Center. И вы являетесь представителем центра Кришны. And they can get one of the books if they're interested. И если им интересно, то они приобретают книгу. So you don't need to say very much. Not very difficult thing. Но вам не нужно слишком много о чем-то говорить. Это не так сложно. But can be done by neophytes. You don't have to be initiated. И это могут делать даже неофиты, то есть здесь инициация не обязательна. But Prabhupada wanted that all the devotees should learn to distribute his books. Но Прабхупада хотел, чтобы все преданные научились распространять книги. Book distribution is like our family business. Распространение книг это похоже подобно нашему семейному бизнесу. Yeah, we say Krishna consciousness is a family. We're all one family, and Prabhupada's the head of the family, and we have our family business, which is to distribute the books which he wrote. И мы все в сознании Кришны как одна большая семья, и Шрила Прабхупада находится во главе этой семьи, и мы как семейный бизнес распространяем книги. So it's nice if you can do this, if you can take some time to go out there and distribute books. Very nice. И поэтому очень хорошо, если у вас вы этим занимаетесь, если вы тратите какое-то время на распространение книг, очень хорошо. Uh-huh. Any other question? Еще вопросы, Анастасия, вот о чем вы хотели? Да, Хари Кришна, я хотела спросить, вот есть такое выражение, как душа болит. Может ли душа болеть? There is something like saying, it hurts my soul, and can the soul be hurted? Can it be ill or something like this? Well, we see in Ishopanishad, in the Ishopanishad it mentions there's a verse that talks about Atmahana, Atmaha, the killer of the soul. Although the soul cannot be killed, but in the Upanishads they do speak about the killer of the soul. So to deny the interests of the soul is to kill the soul. В Упанишадах есть такое выражение «Атмахана» — «Тот, кто убивает душу». Конечно, душа не может быть убита, но тем не менее есть такое выражение. Of course, the soul can never be killed, it never takes birth, it never dies. But when we neglect the interest of the soul, that is considered equivalent to killing the soul. И, конечно, душа никогда не может умирать, она никогда не рождается, но тем не менее, если мы игнорируем потребности души, то таким образом мы можем назвать, что таким образом мы убиваем душу. Now the nature of the soul is Satchidananda, it's eternal, full of bliss and knowledge. So the soul is joyful by nature. И качество души это то, что она вечно полна знаний и блаженства, и природа души это постоянное счастье. We see in the Bhagavad Gita, Krishna says in the 18th chapter, Brahma Buddha Prasanatma. That when we understand our spiritual nature as Brahman, we will become joyful. И в 18 главе Кришна говорит Брахма Бхута Прасанатма, то есть когда мы понимаем свою духовную природу, мы становимся счастливыми. But when we forget our spiritual nature and we're in the darkness of ignorance, then we will feel the problems.
Но когда мы забываем свою духовную природу, и мы находимся в темноте невежества, тогда к нам приходит проблема. So the pain of the soul is like that also, that when we forget Krishna, we will feel also the pain of the soul due to our ignorance, due to our darkness of ignorance. We forget Krishna and we feel the pain of the soul. И таким образом, из-за своего невежества, из-за темноты, из-за своей отсутствия, да, отсутствия знаний, из-за невежества, мы чувствуем эту боль души. We're denying the actual nature of the soul. Therefore, we feel that pain. Мы забываем о Кришне, и таким образом мы отрицаем истинную природу души, поэтому мы чувствуем эту боль. All right. Is it clear? Этот момент понятен? Да, да, понятно. Yes. Okay. Are there any other questions? Есть ли еще какие-то вопросы? No more questions. Okay. So we will finish here. И здесь мы закончим. We wish everybody happy Christmas, right? Yesterday was Christmas Day. И я всем желаю счастливого Рождества. Вчера было Рождество. We hope you are all healthy and can stay away from the dreaded COVID disease. Я желаю всем вам здоровья и быть, скажем так, вне влияния ковида. And we look forward to being with you all again in the new year next week. И я очень надеюсь, что мы снова увидимся с вами в новом году на следующей неделе. Of course, our new year is not next week. Our new year comes at the time of the appearance of Lord Chaitanya. Конечно же, наш Новый год наступает не на следующей неделе, а он начинается с дня явления Господа Чайтаньи. So I thank everyone for your time, for your questions and participation. I would thank Tatyana for her translation. Я всех вас благодарю за ваше участие, за ваши вопросы. So, have a good week. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Всем хорошей недели. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you, Tatyana. Hare Krishna. Hare Krishna.